Украинские военные покинули Луганский аэропорт и Георгиевку. Российские войска группируются под городом Лутугина. Целый день под непрерывным обстрелом жители поселка Счастье, а в Луганске боевики пошли в наступление на южные и восточные районы города. Об этом расскажет Оксана Витер. Сегодня украинские военные покинули Луганский аэропорт. А вон аэропорт. Там все горит. И стреляет. Интенсивные контратаки здесь начались вчера, около 6 вечера. Сегодня утром за стратегический объект еще шли бои. Но уже в полдень в СНБО заявили, украинские силовики отступили. Украинские військові отримали наказ та організовано відійшли з аеропорту Луганськ та селища Георгіївка, розташованого на трасі Луганськ-Красний Луч-Сніжне. Зважаючи на точність ударів, обстріл ведуть професійні артилеристи Збройних сил Російської Федерації. В наступление на позиции украинских военных боевики пошли со стороны восточных и южных районов Луганска, сообщают в мэрии. Там минувшей ночью велись наиболее ожесточенные бои. Есть пострадавшие, но точное их число определить не могут. Снаряды повредили здания котельной, школы и детской больницы. В городе по-прежнему нет света и связи. Буквально на днях в некоторых районах появилась вода. Сейчас пытаются провести работы по восстановлению энергоснабжения, восстановлению водоснабжения по некоторым районам. Вода идет самотеком, но вы понимаете, что проблему коренным образом, безусловно, по городу это не решает. Тем временем российские войска наращивают силы под Лутугина, сообщают в Совете нацбезопасности. А вчера весь день со стороны России обстреливали поселок Счастье. Ну, Володька Путин стреляет по мирному населению, что сделать? А рассказывает, что стреляют украинские войска. А на Счастье вот деточки ходят. Рядом совсем. Боевики также атаковали украинских военных в поселке Веселая гора и погранпункт в районе Красной Таловки. Оксана Витер, телеканал «Донбасс».